ЖК «Солнечная система» стала безопаснее. По просьбе жителей в микрорайоне дополнительно установили 68 камер системы «Безопасный регион». Вопросы вандализма, да, большая часть людей просто не будет ломать и крушить что-то во дворе, понимая, что двор находится под видеонаблюдением. Плюс бытовые вопросы решались, в плане там детские конфликты какие-то, мы обращались тоже, чтобы посмотреть видео и разобраться, что там дети натворили. То есть, польза от этого однозначно есть. Камеры установили на входных группах, так что теперь в поле зрения правоохранителей будут попадать происшествия, которые случились как на улице у подъезда, так и на первых этажах домов. Ранее в ЖК было установлено 36 обзорных камер. На территории городского округа сейчас установлено 2766 камер безопасного региона. Соответственно, преступления действительно снижаются. Злоумышленники, которые хотят совершить преступление, видев камеру безопасного региона или камеру в принципе, они уже несколько раз подумают. В этом году у нас статистика на 5% количество преступлений уменьшилось. До конца года в ЖК установят еще 60 камер. И в следующем году системой видеонаблюдения «Безопасный регион» будут оснащены все подъезды в микрорайоне. Всего их около 200.